Улица Самолетная, частный сектор в районе первой заставы. Целый год здесь прокладывали канализацию. Люди перепрыгивали через огромные рвы и канавы при выходе из дома. А дети так добирались в местный детсад. Почему работы длились так долго, никто не знает. Но с водой у местных проблем не было. А канализацию сколько делали у вас? Долго? Больше года, наверное. А почему так долго? Это ж, ну, трубы поднимают. Не знаю. Долго. Обещали с мая, но начали с августа, и вот это с прошлого года происходит. Проблемы с водоснабжением, с водоотведением были? Нет, с водой проблем не было. Канализацию практически проложили, и 4 июня рабочие начали ремонт дороги. К нам в редакцию с письмом обратились местные жители, которые заявили, что фирма-подрядчик работает с нарушением технологии. В частности, асфальт кладется без предварительной расчистки. Рабочие уверяют, что расчистку делают и даже равняют криво положенные плиты, которые ставили после прокладки канализации. Они поднимали плиты, да? Да. Клали туда трубы, положили плиты сверху, но положили их криво. Я правильно понимаю? Как видите. А? Как видите. Ага. То есть, а местами они их просто разбили, плиты, да? Это просто основание под асфальт. Под асфальт. Основание под асфальт. Угу. Мы прочищаем, подсыпаем, где вот высокие плиты, мы их убираем, подсыпаем же. И потом сверху смолим, все это все продувается, прорезается. Угу. Качество делаем. В общем, вы, короче, выравниваете после того, как вот работ по замене. Ну, здесь асфальта не было никогда, здесь были бетонные плиты. Вот мы сделали кусочек асфальта. Так до конца и будем делать. Видим участок дороги с нижним слоем асфальтового покрытия. Расчистка здесь действительно проводилась. Асфальт мы вот видели, дорожка, он везде будет вот того же качества, как там? Да, да, да. Он такого, не очень хорошего качества. Какая дорожка? А в конце вы там заасфальтировали кусочек. Не, то нижний слой. Нижний слой. Будет еще верхний слой асфальта. Это подготовительные работы. Работа производится два слоя асфальта. Двухслойное покрытие. Я понял. Скажите, а вот тут огромное количество поломанных плит, тут вот была же плиточная основа, да? Вы их будете заменять или как и почему вообще поломались плиты? По поводу плиты я не в курсе дела. Только по поводу асфальтирования, могу сказать. И тут же они вот в некоторых местах плиты просто вырваны. Вы же эти пазики будете чем-то засыпать? Ну да, конечно, конечно. Будем устанавливать плиты и потом сверху уже будем ложить асфальт. То есть новые плиты? Новые или бушные, я не знаю. Жители Самолетной с нетерпением ждут, когда у них на улице будет новая дорога на месте нынешней полосы препятствий, когда закончатся эти испытания. В начале улицы остается несколько ям и незакопанных участков трубы. Также во время работ был перебит электрокабель. Бригада «Облэнерго» оперативно прибыла на место и заменила поврежденный участок. Константин Гречаный, Игорь Лобчевский, телеканал «Репортер».